Не как надзиратели, а как гости. Работники прокуратуры Ненецкого округа ознакомились с работой Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. На экскурсию вместе с государственными обвинителями отправилась и наша съемочная группа. Алина Вучейская продолжит. Стойки регистрации, таможенный контроль, накопитель. Это привычная процедура ни к чему. Сотрудники прокуратуры сегодня не пассажиры, а гости. Впрочем, цель столь необычного визита отчасти связана с прокурорской работой. Проверить качество взлетно-посадочной полосы, состояние авиапарка и познакомиться с работой авиаотряда изнутри. Обзорную экскурсию по территории авиагородка проводит гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук. Первый пункт назначения – четвертая рулежка. Здесь уже две недели ведутся ремонтные работы. Из-за болотистого ландшафта плиты на рулежной дорожке просели вниз почти на метр. Впрочем, на безопасность взлетов и посадок неисправность не повлияет, уверяют специалисты. Просадка грунта произошла очень серьезно, она вышла за критические отметки, поэтому силами аэродромной службы Нарьян-Марского объединенного авиаотряда в ночное время проводится ремонт и восстановление, восстановление уровня рулежной дорожки. То есть подсыпка, снятие плит, подсыпка и восстановление. Осмотрев аварийную рулежку, гости отправились на взлетно-посадочную полосу. Здесь ознакомились с обновленным вертолетом Ми-8, на котором совершаются как пассажирские рейсы, так и вылеты на прокурорские проверки. Кстати, говорить о важности сотрудничества между прокуратурой и авиаотрядом не приходится. Ведь для оперативной реакции на обращения граждан и проведения проверок в населенных пунктах округа работники надзорного ведомства используют авиатранспорт. Все-таки есть взаимодействие. Мы получаем сигналы от летчиков авиаотряда в случае, если они видят пожары и разливы. И тогда уже совместно с контролирующими органами осуществляем выезды для того, чтобы зафиксировать факты нарушений и принять меры прокурорского реагирования. Ну а увидеть внутреннее строение основной рабочей лошадки авиаотряда участники экскурсии смогли в ремонтном ангаре. В завершении фото на память у списанного самолета Ан-2. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».